Здравствуйте! Мы приветствуем вас на исследовании субботней школы вместе с Заулским университетом. Сегодня у нас одиннадцатая тема. Она называется Делиться историей об Иисусе. Ну и давайте прочитаем с вами памятный стих из нашего урока. Первое послание Иоанна, пятая глава, стих тринадцатый. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Ну вот здесь мы видим цель нашего урока: да, о том, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Но то, чем мы имеем, то, что мы имеем, мы тем охотно делимся. Да? А о чем мы рассказываем охотнее всего? Как вы думаете? То, что для нас интересно, то, что нас. Изменила, преобразила, чем мы зажглись. Этим обычно человек делится со своим другом, приятелем. Ну, то есть то, в чем мы, с одной стороны, являемся, в чем мы разбираемся, да, с одной стороны. А мне нравится, как об этом в Евангелии сказано, да, то, то, чем полнится сердце, о том уста говорят. То есть, чем наполнено сердце. Давайте с вами почитаем библейский текст и попробуем разобраться, что он говорит нам о, о том, что является, чем, чем была наша жизнь до обращения. Давайте прочитаем послание в Ефес, вторую главу, первые три стиха. «Вы же духовно мертвыми были в преступлениях и грехах ваших, коим предавались, когда жили, как ведется в мире сём, когда подчинялись воле княза, владычествующего под небесами, злого духа, что действует ныне в людях, противящихся Богу». Когда-то и мы все жили так же, как и все прочие люди. Похоти, плоти наши удовлетворяя, угождая ее низменным побуждением и помыслом, и тогда по самой природе свои навлекали на себя осуждение Божие. Не, не кажется ли, что это слишком сильно сказано о том, какими были мы до того, как обратились, обратились к Богу. Но, может быть, не все были такими. Кто-то родился в христианских семьях и уже, так сказать, с самого детства уже был наставлен в вере, да? А здесь, наверное, скорее, может быть, о тех людях, которые, так скажем, жили, как мы бы сегодня сказали, светской жизнью, так ведь, вне завета, да? вне христианского наставления. И вот их видит здесь апостол Павел как духовных мертвецов. То есть, когда мы говорим об этом свидетельстве из послания в Ефес, то речь идет о том, что только о язычниках, больше ни о ком. Ну, Ефес – город языческий, это столица Малой Асии, так, да? То есть там Достаточно масса... крупный портовый город, да? да? Город, в котором есть разные… Языческие капища. Там, там и храмы, и библиотека, и да, публичные да. дома, все, все это в нем есть. И он говорит, что вы, мы жили точно так же, как все. И жизнь, как все, предполагает, предполагает жизнь вне Христа. Получается, как описывается жизнь человека до обращения? Могила. Ну, не совсем. Павел говорит еще о том, что мы жили так же, как все прочие люди, удовлетворяя свои собственные желания, свою похоть, свои помыслы и так далее. То есть мы жили для того, чтобы угождать себе, думая только о себе. И, собственно, наши все желания, наши стремления, они были, ну, если можно так сказать, только эгоистичными, направленными на себя. Ну, там, наверное, все-таки Павел будет размышлять не сколько об эгоизме, может быть, да, сколько о бытовавшей теологии даже в языческом мире, где плоть – это что? Да, это плохо. Дух имеет божественное происхождение. Да? И плоть – это причина страданий, это причина похоти, это причина неуемных желаний. И этим была пропитана, собственно говоря, греческая греческое богословие, языческое богословие. Он с ней спорит, да, конечно. Но получается, что, может быть, не совсем. Все-таки спорит. да. То есть в нем есть вот эти абертоны в его теперь уже христианском богословии, да, что все-таки плоть это плохо, дух mm -hmm. это хорошо. Вот соответственно человек плоти это то, что вот угождение, излишество и так далее, так далее, так далее. Как в одной христианской песне поется: "Жил как многие, лишь для себя сердце зла, сорняки только зрели". Никого никогда не любя жил без светлых стремлений и целей. Вот как будто бы здесь это описывается. Теперь вопрос: что мы можем сказать в личном свидетельстве о себе, о жизни своей до обращения? Как бы мы рассказали о своей жизни до того, как мы уверовали во Христа? Вообще, как должно строиться такого рода свидетельство о своей прошлой жизни? Но многие свидетельства на сегодняшний день они подобно вот этому, как бы вот этой схеме и Происходит, да, то есть, вот я жил до встречи со Христом, и все было плохо. Кто-то употреблял алкоголь, кто-то употреблял наркотики, кто-то безудержно грешил, кто-то еще какие-то дела, плохие делал. И вот человек встретился с Иисусом. Все поменялось, и теперь Он делает только добрые дела. Здесь, когда апостол Павел описывает прошлую жизнь, Он описывает Ее уже будучи убежденным христианином, последователем Иисуса Христа, и оглядываясь в прошлое, смотря на ту прошлую жизнь, он видит ее такой ужасной, поэтому он так драматично ее описывает. Так, вероятно, и каждый из нас. только когда благодать Божия коснулась сердца человека, когда мы стали другими, оглядываясь в прошлое, мы можем оценить Какими мы были, что мы делали и как мы жили. То есть речь идет о том, что каждый раз, когда мы делимся с людьми вестью об Иисусе, нашем свидетельстве, мы то, о чем лучше всего мы знаем, мы рассказываем о своей собственной жизни. Да? Наше, наше личное свидетельство может быть достаточно убедительным, если наша жизнь изменилась круто. То есть до того, как мы были людьми, которые охотно жили по принятым в этом мире традициям, разговаривали тем языком, да спокойно употребляя нецензурные слова. Когда мы, например, можем об можем этом сказать, но наше свидетельство о прошлом оно не должно быть описывать с наслаждением все то, что от чего мы отошли, да. Вот наше свидетельство должно просто констатировать о том, как мы жили, да. И вот в этом в этом смысле наше правильно построенное свидетельство может рассказывать о личном опыте без излишней драматизации. Когда один раз у нас ночевали братья и Место, место на полу есть, спят, и вдруг ночью такой раздается голос, один человек говорит, когда я был в плену, а мы так сразу насторожились, в каком плену, жил до Христа. То есть он вспоминает, вспоминает о своей жизни без Христа, в таком драматичном таком тоне рассказывает о том, что жизнь без Христа для него была подобна в, э, плену раб, рабскому, рабской жизни в Египте. Вот он так об этом рассказывает. Здесь еще один момент, потому что Павел, когда пишет эти слова, он, возможно, имеет в виду и себя, потому что, собственно, в жизни Павла жизнь Павла можно разделить на жизнь до обращения да, и после обращения. Но вот сегодня, когда христианство является самой крупной религией в нашем мире, есть люди, которые уже родились в христианских семьях и которые не могут так сказать о себе, потому что у них не было как такого опыта обращения, потому что они всю свою жизнь, с самого момента рождения они были в церкви. И у них уже другой опыт. То есть они не могут сказать о том, что мы э, э, обратились к Богу вот там в 20-25 лет, но ну, что не с детства в церкви. И у них получается, э, их опыт э, не одномоментный обращения, а постепенный. И это а хорошо это или плохо? Вот интересно, потому что от многих людей, которые родились в верующей семье, я слышу слова о том, вот лучше бы я там вот, так скажем употреблял бы спиртное, курил бы, а потом вот так сказать пережил встретил неожиданно с встретил встретил бы Христа, да и... да и вот чтобы у меня был подобно мне многие говорили мы тебе завидуем что ты не всегда был адвентистом а я вот с этой точки зрения смотрю и говорю так я вот вам завидую что у вас нет того негативного опыта который за плечами у многих в том числе и у меня ну здесь мне я сразу вспоминаю этот пример интересный с мылом когда говорят что не надо детей с детства приучать к мылу они вырастут и сами определятся, надо им употреблять мыло или нет. Слышите, да, как, как это нелепо звучит? То есть э, ребенка не надо приучать с детства к мылу. Он когда вырастет, он разберется, употреблять ему мыло или нет. Поэтому родители не должны навязывать детям своих убеждений. Угу. Вот он вырастет и разберется, верует ему так или нет. Но вопрос как раз состоит в том, что у человека существует э, стартовый капитал. Да? То что, то, что ему дали, дали до того, как он начал самостоятельную жизнь самостоятельно принимать решения. Да? И этот стартовый капитал заключается в том числе и в духовных богатствах. И если человек обладает стартовым капиталом знаний священного писания, знанием основных принципов христианской жизни, то для, у него есть возможность встать на ступенечку выше того, что у него уже есть. Он, 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 ему легче перенять веру родителей, чем тот, кто должен прийти откуда-то. Отложить все свои старые привычки и научиться новому. Тем более, что это, это не, так, не так просто. И более того, старый образ мысли, прежний образ мысли, он влияет даже на наши благочестивые мысли. Мы не, мы не можем так благочестиво мыслить по отношению всех слов, для, угу. которых, для, для всех для многих христиан: э э термин посланничество Иисус посылает учеников. Но мы, например, когда издаем книгу, где говорится о том, кто пойдет на нас, кого мне послать, да, выходила у нас книжка. И нам из издательства позвонили, сказали о том, что вы все правильно здесь написали. То есть люди, когда размышляют, обладая негативным багажом, они видят в совершенно безобидных словах, видят совершенно другие смыслы. Ну, конечно. Для нас, для нас это не просто. Для нас это является свидетельством другого, что человек, который заранее был воспитан в христианской традиции, у него больше преимуществ, чем недостатков. Порой, когда христиане читают вот эти слова апостола Павла, ну и, вероятно, слышат свидетельства других людей, которые так драматично описывают свою прошлую жизнь, как вот апостол Павел. И на фоне этого иной христианин говорит, ну, у меня не все так плохо, ну, в сравнении вот с этим описанием или с тем, что мне рассказал тот или другой, я ведь хороший человек. Но вы знаете, что Неоднократно мне приходилось в пасторском служении встречаться с людьми, которые уже на протяжении ряда лет были приверженцами церкви, посещали церковь, и они свидетельствовали, что их обращение, настоящее обращение, произошло спустя годы после принятия крещения. Потому что они говорили, что в начале, когда я, мне казалось, что я поверил. Мне казалось, что я стал уже христианином, но позже, когда в моей душе произошло изменение, и я по-настоящему принял Иисуса Христа и отдал мою жизнь Ему, я понял, что я стал хорошеньким человеком, что я стал своего рода моралистом. Не делай то, не делай другого, но только спустя какое-то время. Я пережил опыт истинного обращения и понял, что Иисус Христос значит для меня, и что я с Ним начал ходить ежедневно и жить с Ним. Вот тогда, свидетельствует мне человек, вот тогда я понял, вот от этого момента моя жизнь до и после. Но обращение Интересно. не всегда может быть ярким. Давайте прочитаем, кто и что, для чего, кто и что нас спасает. Давайте прочитаем дальше этот это, это же отрывочек с 4 стиха по 7. Но по великой любви, какой возлюбил нас Бог, при исполненной милости, Он всех нас духовно мертвых по греховности нашей оживотворился Христом. Благодать и вы спасены были. Во Христе Иисусе Бог и воскресил нас и место дал нам на небесах с Ним дабы через доброту явленную нам во христе иисусе представить грядущим векам несметное богатство благодати своей угу. для чего нас кто и для чего нас создал ну, опять-таки да вот здесь та же самая мысль выражена о встрече и переживании любви божией в нашей жизни да то есть мы можем прийти в церковь там после драматических событий мы можем, так сказать, рождены быть в церкви и вполне себе заключить заветы и жить и до какого-то особого момента, поворотного пункта. Да? И вот этим поворотным моментом, нам взгляд может быть вот это переживание Божьей любви в своей жизни. То есть когда все-таки я открываю для себя вот эту силу благодати, да? во Христе Бог воскресил нас и дал место на небесах, то есть и он через доброту, явленную нам во Христе Иисусе. Вот эти вот слова, то есть доброта, явленная во Христе Иисусе, да, то есть уже воскресенье, хотя мы понимаем, что еще это все предстоит, уже место на небесах сейчас, хотя мы понимаем, что это все предстоит, то есть вот это все явление великой Божьей любви. И когда я открываю это для себя, вот это есть тот самый момент, когда человек меняется. То есть следующий элемент, который, о котором мы говорим, да, что для нас совершил Бог, то есть каким я был, в личном свидетельстве мы говорим, каким я был, и дальше что совершил Бог. С одной стороны, это обещание, обещание будущего, Будущего, мы говорим воскресенье, преображение. Но в то же время это то, что происходит со мной сейчас. То есть спасение это не процесс, которого далекого будущего. Это спасение это процесс, который начинается прямо сейчас. Слово оживотворил, которое в этом в данном случае, что оно означает? Оживотворил нас. Но человек воскрес. Да, он был, мы, говорим, мы духовно были мертвые. То есть я когда-то жил, но не знал Бога. Теперь я Бога знаю. И он не потому, что я такой умный, а потому, что он мне себя открыл. да? Я читаю, читаю его писание, не могу об этом рассказать. То есть, я первая моя встреча с христианами обнаружилась в том, что человек, как мне казалось, не имеет никакого образования, а он размышляет о вопросах: вопросах научись у муравьев. Он мне рассказывает про муравьев, про их служение, про то, как они ходят, как они. То есть. И он знает столько много. Я поражаюсь, что человек, не обладающий специальным образованием, знает так много а, таких вещей, потому что ему Библия открывает. Вот и меня вот это тогда поразило. Но с другой стороны, я еще обнаружил, что эти люди, которые живут какой-то особой жизнью, у них есть, есть какие-то цели, у них есть определенный, определенный образ жизни, который, который упорядоченный. Вот это, это является сильным свидетельством того, что с человеком происходит в данный момент, кроме обещания будущего. Поэтому христианство это не жизнь на обещание каком-то далеком, да? Для меня христианство это нечто, нечто реальное, происходящее в данный момент сейчас. Здесь апостол Павел напоминает о том, что Иисус Христос сделал лично для него, ну и для каждого христианина. Ведь любовь это движущая сила, и любовь Иисуса Христа, Иисус Христос оставил свое положение Бога в небе, пришел в наш мир, чтобы пожертвовать собою, занять наше место и принести в себя в жертву за все человечество. Когда мы осознаем, что Бог сделал для нас, естественно, это пробуждает в христианине ответные чувства. И христианская жизнь, добродетель – это не просто поступки, которые христианин, скажем так, вынужден делать. А это естественный ответ на божественную любовь, на то, что Иисус Христос совершил и сделал для меня. И прочитаем дальше, чем заканчивается этот отрывочек с 8 по 10 стих. «Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены, не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился, потому что мы творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел» Совершать, которые нас Бог предуготовил. Вот вы стали христианином. Что изменилось в вашей жизни? Ну, в жизни человека много, что меняется, да. То есть в жизни человека появляются обязанности, появляются новые обязанности, да, и некий долг, да, где-то уже так вот говоря таким языком. А вот, но и желания другие, на самом деле, да. То есть здесь желание может быть появляется кому-то помочь в реальности от чистого сердца а вот желание поддержать, желание как-то откликнуться на, 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 на зов о помощи. Кстати, по поводу слова «благодать», что означает «благодать» в данном контексте? Вы благодатью спасены. Что значит «благодатью спасены»? Ну, универсальный ответ «благодать» – это незаслуженный, незаслуженный дар. Да. Ну, а в, 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 в практическом смысле что такое «благодать»? В практическом в... смысле а, все таки это подарок. Да. Mm -hmm. То есть представьте себе, что вы разбили машину, Которую вам дали, которую вы взяли в аренду. Что дальше вы должны с ней сделать, да? Вот. Но есть страховка. В этом смысле страховка и является той самой благодатью. То есть, это вы заплатили меньшую сумму, получили большую. То есть в данном случае вы вручили себя Иисусу, а приобрели вечную жизнь. То есть, конечно, любой пример страдает. Да, в данном случае мы немножко упрощаем какие-то вещи. Но в то же время благодать это как раз: мы не заслуживаем того отношения Бога к нам по нашим делам, да? которые Бог к нам проявляет. Бог, Бог нас любит. Для, каких, для, для, чего он нас, для чего Он нас спас? Для чего здесь в этом тексте написано? На добрые дела. Да? Добрые дела. То есть, мы, это обязанность наша или что? Обязанность. Уже прозвучал вопрос. Что происходит с человеком в тот момент, когда он становится христианином? Ответы могут быть разные. А после, ну, того, -то, после того, кто -то, что... Кто-то скажет, что но он становится лучшим. Да, это так. Но, пожалуй, ответ на вопрос, что происходит с человеком, когда он становится христианином, то это осмысление того, о чем вы говорите. Когда человек начинает понимать, что он получил вот этот подарок. Когда человек начинает понимать, ага, я ведь был вот в этом положении, я был обреченным. А Иисус Христос занял мое место. Он умер за меня и подарил мне новую жизнь. Как здесь мы читали в отрывке, Бог нас оживотворил. То есть мы жили, так сказать, были мертвыми для Бога, живя во грехе. Он нам дал свой подарок и воскресил нас для новой христианской жизни. Одна женщина спрашивает, вот, Миша, ты стал верующим человеком, чем ты сейчас занимаешься, что для тебя вот, быть верующим? Говорит, я в хор хожу, говорит он. Ну, он только уверовал, говорит, я вот в хоре пою. Она говорит, а этого достаточно, чтобы называться христианином? Он говорит, ну как, это, говорит, начало, я же только начинаю. Вот, я... вот он не мог ничего и сказать тогда. А она всю жизнь воспитывала, занималась детьми и сиротами. Да? Там, она приходила, к ним навещала, они у нее там воспитывались. То есть для нее деятельная доброта – это был образ жизни. И для нее казалось, что христианин тот, который поет в хоре, это вообще не христианин. Вот для нас, конечно, значит, что христианство предполагает нашу направленность на земные дела добрые с учетом реальности небесной, да? Мы, все, что мы делаем, мы делаем не ради своей славы, не ради волонтерства, ради волонтерства, да? Но мы делаем это для того, чтобы прославился Бог. Вот во славу Божию. Все, что не делаете, делайте во славу Божию. Да, так... христиане отвечают на божественную любовь. Христиане подражают Иисусу Христу. Коль Бог, Сын Иисус Христос, пожертвовал собой, подражая ему, христиане жертвуют собой, помогая другим. Ну, то есть прежде всего христианин, который э, уверовал, да, ему, конечно, сначала хочется больше узнать что-то о Боге. Поэтому первое, первое, чем он занимается в Неофите, он исследует Библию, он изучает какие-то какие, -то, какие -то положения. И вот, вот он этими знаниями переполнен, да, он ими сыпет. И вот мы видим Неофита как человека, который, который готов делиться знаниями. Вот, а потом уже он понимает, что христианство это не только не только знание, да, это еще и какая-то деятельная любовь. Вот, наверное, вот в этом еще проявляется наше свидетельство, личное свидетельство. Это не только то, что мы знаем, но и что мы можем сделать для этого мира, да? Ну да, сложно искусственно разрывать вопросы дел и слов, да, то есть, ну, я думаю, что человек, в котором живет Господь, он все-таки и говорить может много, что и, да и сделать, не проще что-нибудь, да. Может быть, человек, наоборот, может много что-то сделать и чуть-чуть сказать. То есть просто все это преломляется через личность, а личности очень разные. Те, кто умеет говорить, то умеет сделать, способен на большой поступок, может просто скромно постоять, и тоже нужно это сделать кому-то. Давайте да, откроем Евангелие от Марка пятую главу. Историю мы читать не будем, просто вспомним о том, что Иисус переправляется в Десятгради, там 15 стихов рассказывается этот случай. И Иисус переправляется, и там навстречу ему убегает человек, живущий в гробах. У Матфея там два человека убегают, и он одержим. Ну, представьте себе, он разрывает цепи, которыми его сковывают, да, веревки, которыми его связывают. Он кричит, бьется о скалы, бьется о камни, и все боятся. Ну, сумасшедший, буйный сумасшедший убегает, да? Что происходит? И Иисус изгоняет из него легион бесов. И вот мне интересно как раз вот, это, вот этот момент. Посмотрите, стих 18 и 19 в 5 главе Евангелия от Марка. «Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса, «Позволь мне быть с тобой». Но он не позволил ему, сказав, «Иди к себе домой и расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя, и как Он помиловал тебя». И еще один 20 тоже. Тот пошел и стал рассказывать в области, называемой десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому. Какое значение имеет наш опыт, основываясь на этой истории? Но что, опять... что знал этот одержимый? Опять мы говорим о драматическом опыте, да? То есть, э, вот одержимость или, так скажем, верх нечестивости, да? То есть, когда человек находится в руках у бесов. Mm -hmm. То есть это верх греховности, да, то есть человек совершил столько преступлений, что попал вообще в прямое влияние и зависимость от нечистой силы. То есть по шкале нечистоте, наверное, это самая высокая, высокая степень зараженности нечистотой у человека, угу. правильно? Вот и здесь даже в этом случае Иисус его как бы исцеляет. И очень красиво Лену Вайт пишет в книге «Желание веков» вот по этому поводу, она говорит о том, что Иисус уловил тень желания. Освободиться у mm -hmm. этого человека. То есть желания уже не было, была только тень желания. И вот на этом основании Он его освобождает от того легиона без Здесь еще момент. Смотрите, мог ли одержимый спасти себя сам? Конечно, нет. То есть, это была воля Божья, чтобы он спасся. Дальше, какой его, какой его что, что Он знает об Иисусе и о Боге, что Он знает? Только то, что этот э, господин пришел и его исцелил. Да, то есть я был, я был, он, он как где-то, может быть, мелькало в голове, что что-то не так в моей жизни происходит, но вряд ли он давал, отдавал себе отчет, и вдруг он осознает, что он, где, что ему рассказывают, каким он был, да? Это как э, у Высоцкого в той песне, поет, где был я вчера, не припомню теперь. Вот у него тоже, что было с ним, он не помнит. Вот, но ему рассказывают, кем он был, и он знает, каким он стал. И вот он может свидетельствовать о том, что этот человек меня изменил. Это его свидетельство. То есть Иисус изменил мою жизнь, изменил направление моей жизни. Теперь он говорит, я хочу быть с тобой. Наше желание с Богом быть, да? А что тут ему говорит? Возвращайся, это самое... О чем он может Спасибо. рассказать, Миш? О чем он может ему сейчас рассказать в своем доме? Ну, этот бывший бесноватый, он может просто своим присутствием показать, смотрите, какой я сейчас, потому что вы знаете, каким я был. То есть его опыт, он, по сути, построен на контрасте. Ему даже не нужно ничего говорить. То есть он просто приходит, и все видят, что это тот человек, которого они боялись, который рвал цепи, который кричал. Теперь он ходит спокойно, и лицо его светится, и он говорит об Иисусе, который его исцелил. Угу. И у всех э, начинает складываться определенное впечатление об Иисусе Христе. Что а это? до этого какое у них было впечатление? Э, до этого... Иисус что сделал? Он этих, он этих бесов загнал куда? Свиней. И эти свиньи упали с кручей и потонули. Что жители этого, этого места попросили? Попросили его, чтобы он ушел от них. Вот. Но он ушел, оставив миссионера. И этот миссионер в том месте, где Иисус, куда Иисус вернулся потом и уже имел успех в этих городах, был подготовлен, подготовлен этим человеком, да, то есть, который уже свидетельствовал об Иисусе. То есть в этом смысле вот миссия Авраама, которая у нас сегодня существует, да, это как раз подго подготовление почвы или подготовка почвы э, к тому, что э, здесь будет свидетельство. Так, такое служение совершает, например, наше радио. Всемирное адвентистское радио, да, совершают наши э, телекоммуникационные э, другие другие средства э, голос надежды, например. Да. То Это есть, служение совершает каждый человек. Э, личное свидетельство является одним из самых убедительных служений. И написано: и все дивились этому: э, то есть мы говорим, что наше свидетельство, наш опыт является одним из самых убедительных э, инструментов, которые используются, э, используются для проповеди Евангелия. Но вот мне интересно, опять же, вот когда мы говорим о нашем свидетельстве, у нас, какая наша самая яркая весть, вот, которая, которой мы могли бы поделиться, вот если мы говорим о личном опыте, о чем бы мы могли рассказать другим людям? Вот наша церковь обладает уникальными истинами. Как вы думаете, о чем бы мы могли рассказать? С чего мы могли бы начать беседовать? Там Евнух Ефиоплянин начал с книги пророка Исаия, да? Начав всего его места, проповедовал ему об Иисусе. С чего бы мы могли начать? Ну, я даже сейчас сомневаюсь, что таких слов, может быть, кто-то знает, еще кроме адвентистов седьмого дня, там, Евнух, Ефиоплянин и так далее. Евнух, это еще Ефеоплянин, это вообще кто? Многие могут спросить, да? А многие наши даже термины сложно воспринимаются. Кровь Иисуса Христа, например, да, то есть которые готовы вас очистить от вашего греха, тоже, хотя да? это библейские выражения. Да, но они немножечко уже как бы из глубокого прошлого, да, то есть, ну, в смысле из древности, когда мы идут. Мне кажется, что людей сейчас больше трогает как бы вот, как скажем так, рука помощи в данный момент или слово утешения, да, какое то в данный момент, да, то есть от сердца к сердцу. И самое яркое свидетельство это такие любящие глаза человека, да, который готов не ударить, не оскорбить, не обозвать, а просто ну, улыбнуться, там, я не знаю, что-то доброе сказать. Да. И вот это, ну, мне кажется, хотя в русской культуре улыбка, она может быть превратно понята. да, Если человек улыбается, значит что-то, что-то, что-то он задумал. Ну, взгляд, да, то есть вот не зря же говорят, что глаза да это зеркало души, да. Вот, ну, мне кажется, вот этот любящий взгляд, добрый, который открыт так скажем, в мир, он делает это больше, чем даже многие слова. У нас интересный был спор по поводу того, что написать на белой стене, стене здания глухая, глухая стена церкви, которая находится за кафедрой. И у нас стал возник вопрос, а вот если бы здесь написали какие-то слова, какие бы слова мы избрали? И думали об этом, значит, Игорь. «Десять заповедей» – классика, да, «Десять заповедей». Потом решили, что 10 заповедей» – это, ну, во-первых, много, во-вторых, текста много, потом не все прочитают. Помню, в одной церкви был брельеф 10 заповедей», а посередине было написано «Бог есть любовь». Вот. А мы, у нас возник спор между двух текстов. Одни говорили, давайте напишем «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ну, я говорю, «Ну, тут я на проблему со словом «труждающиеся», да? у нас такого слова в русском языке нет. Вот тогда говорит, нет, самая главная весть у нас это весть Трехангельская весть. Я говорю, ну ка начните Трехангельскую весть, как она звучит. Убойтесь Бога и воздайте ему славу. Вот, ну и думали, думали по поводу того, что это же важное, важно, важно трехангельскую весть написать, да, и вот давайте здесь, в конце концов, остановились на том, что стена должна быть белая, будем проецировать туда время от времени то, что нам представляется интересным в данный момент, актуальным. То есть не будем писать на ней ни, 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 ни слов общих, которые любой христианин скажет, ни слов специфически адвентийских, которые «убойтесь Бога», да, хорошая радостная весть, ну вот добрая, добрая весть об Иисусе «убойтесь Бога». Вот. вот. это как раз интересно. Мы с вами начали с первого послания Иоанна. Давайте с вами просто посмотрим это на это первое послание. Мне вообще было интересно, с чего начинается первое послание. С каких слов? Первое послание Иоанна. Он начинает как раз со свидетельства. Да? Мы пишем вам о слове жизни, которое было от самого начала. Мы сами слышали его, видели своими собственными глазами. Да, мы видели его и прикасались к нему руками своими. Явная жизнь это стала. Мы увидели ее, Его свидетельствуем о ней. Возвещаем вам жизнь вечную, которая вместе с Отцом была в начале всего и, наконец, открылась нам. Угу. То есть получается, что о чем, о, чем, о чем наше свидетельство? О слове жизни. То есть об Иисусе, да? И Иисус, и, в общем-то, Иоанна 3,16 в данном случае является достаточно ярким, ярким текстом, с которым можно было бы начать проповедовать, да? Вы знаете, что в Библии написано о том, что Бог возлюбил этот мир и послал мир Сына Иисуса Христа? То есть об этом можно рассказывать. Дальше, третья глава, первые, три стиха. «Смотрите, как сильно любит нас Отец. Мы вправе называться детьми Его, да мы уже и теперь дети Божии. Мир не признает нас лишь потому, что Бога не узнал. Дорогие мои, теперь мы дети Божьи. Нам не открыто пока, кем станем мы, но знаем – когда придет Он, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его таким, какой Он есть. есть. Всякий, кто живет этой надеждой, надежды на Него, очищается, ибо Христос чист». Здесь какое слово доминирующее? То, что мы дети Божьи. Да, здесь смотрите, Бог, Отец, нас любит. Вот эта любовь Отца, она является, является, является важнейшей здесь. Дальше, если мы еще раз посмотрим, пятая глава, 5 глава, давайте начнем из первых стихов. Всякий, кто верит, что Иисус Мессия от Бога рожден, и всякий, кто родившего любит, любит дитя Его. О том, что э, в самом деле любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога и заповеди Его соблюдаем. В общем, то достаточно адвентистская весть. Первое послание Иоанна дает нам адвентистскую весть о, о том, что Бог нас любит, любовь Его изменяет нашу жизнь, и делает нас чистыми, подобными Иисусу. И третье, тот, кто любит Бога, соблюдает Его заповеди. И самое интересное, что тот же самый, в том же послании написано о том, что заповеди С одной стороны новые, любите друг друга, с другой стороны древние. Да, это заповедь давная от начала. Какая же заповедь дана от начала? И мы начинаем говорить о том, что речь идет как о десяти заповедях, которые суммируются в заповедях о любви. И получается, что главное слово в этом послании это слово ⁇ любовь ⁇ Да, Бог возлюбил и человека. И жизнь христианина – это ответ на божественную любовь. И о какой же любви? Христианинам движет божественная любовь. И mm -hmm. все, что христианин делает, служа Господу и своим ближним, им движет божественная любовь. И Эллен чего... Уайт да. по этому поводу говорила, что об Иоанне, в частности. Иоанн писал пером, окуная его в любовь. Очень интересно она пишет. А также она пишет, об опыте самый сильный аргумент в пользу Евангелия – это любящий и открытый людям христианин, то есть христианин, который движим любовью. Это самый лучший аргумент в пользу Евангелия, то есть это свидетельство того, что сделал Христос человеком. И Иисус Христос, мы уже отметили, когда он исцелил человека и изгнал бесов. Он это ему и повелел. Сказал, ты оставайся дома и проповедуй там. Увидев тебя, люди поймут, что я сотворил для тебя. Угу. И э, теперь мы с вами можем задать последний вопрос, который, на который осталось у нас время. Что может быть убедительным в нашем свидетельстве? Каким оно должно быть? И вы можете использовать для ответа 1 послание Петра, 3 глава стих 15, что здесь сказано. Только чтите свято в сердце своем Христа, Господа нашего, и всегда будьте готовы ответить всякому, кто спросит вас, в чем суть вашей надежды». И 16 еще. «Кротко отвечайте и почтительно. Не поступайте с чистой совестью своей, дабы хулящие и доброе ваше христианское поведение устыдились своей клеветы». А каким, каким должно быть наше свидетельство? Что делает его убедительным? И наша жизнь, и наши слова. То есть, если нас спросят… Отвечайте, будьте готовы ответить. То есть у нас должно быть на готове, э, ну не то, что на готове, но мы, по крайней мере, мы должны продумать, что мы могли бы сказать любому человеку, который встретит нас и спросит нас, в чем суть вашей надежды. Вот э, христианская писательница, как мы говорим, Елена Уайт, да, о чем пишет. Вера, ведущая к спасению, это не только логическое согласие с истиной. Да? очень красивые слова, да, то есть э, это сама жизнь, это состояние души человека, состояние души. Это то есть просто... наша преображенная жизнь является истинным свидетельством, да. и если мы э, живем в соответствии с тем, что мы говорим, э, поступаем так, как мы верим, тогда это будет истинным свидетельством для всех окружающих нас. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами во время исследования этих библейских текстов. Пусть ваша жизнь будет убедительным свидетельством славы Божьей в вашей жизни. Всего вам доброго.